Дорогие товарищи, мы находимся в гостях у Николая Озерова, сына народного артиста республики Николая Николаевича Озерова, который в течение 30 лет был ведущим драматическим тенором Большого театра Советского Союза. Мальчишкой меня часто водили в Большой театр, и я помню Николая Николаевича. И вот сейчас, услышав его голос, живо явился он передо мной в своих лучших партиях. Я помню его в партии «Дон Хозе» в опере «Кармен». Помню его изумительного по темпераменту пушкинского Германа, темпераментного, страстного, неистого. И музыка Чайковского, естественно, выливалась из сути характера, так тонко изображенным замечательным
русским советским певцом. Николай Николаевич пел партию «Отелло», он пел партию «Садко», «Самозванца», и голос его звучал легко и непринужденно. Легко брал верха, замечательная была середина, тесситура была чрезвычайно широкой, и мне бы хотелось сказать, что пение Озерова было чисто русским пением. Здесь он наследовал манеру и Леонида Витальевича Собинова, и Неждановой. Это русское пение, я бы назвал его непринужденным. Конечно, явление Николая Николаевича Озерова на оперной сцене является уникальным, и мне очень волнительно быть сегодня здесь, в доме его сына Николая Озерова. Что же еще, конечно, необходимо сказать? Надежда Ивановна, супруга Николая Николаевича и мать двух мальчиков, отдала свою жизнь вот этим трем мужчинам, замечательному оперному певцу и двум ребятам. Оба стали чрезвычайно интересными людьми. Старший сын Юрий, народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии, известный кинорежиссер. Младший сын Николай Николаевич Озеров, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии, заслуженный мастер спорта. Жизнь Николая Озерова легендарна. Он чрезвычайно разносторонний человек. Он человек, которому подвластны самые разнообразные профессии. В этом отношении он как бы не имеет себе дубля. Таких людей нет. Он единственный в своем роде. И вот эта его удивительная индивидуальность всегда заставляет меня смотреть на него с чувством большого уважения, хотя мы старые товарищи. Театр, радио, кино, телевидение, спорт. Какая огромная и разнообразная амплитуда. Николай Озеров был чемпионом Советского Союза по теннису. Долгие годы был первой ракеткой страны. Играл совершенно. Очень талантливо и интересно выступал на сцене Московского художественного театра. В доме Озерова собирались замечательные люди страны нашей. Это были не только певцы, это были деятели литературы, поэты, музыканты, дирижеры, актеры. Чрезвычайно широко был представлен и Московский художественный театр. В этом доме пел Собинов, в этом доме читал стихи Александра Пушкина и Александра Блока Василий Иванович Качалов. Здесь рассказывал свои шуточные рассказы Иван Михайлович Москвин. Здесь бывал замечательный Самуил Михоэлс. И вообще у русского актерства была замечательная традиция, которую можно выразить словами одного из гостей Лауры из пушкинского «Каменного гостя». «Не проходит в тебе восторг, Лаура, не давай остыть ему бесплодно, спой что-нибудь». Вот я вспоминаю вот эти актерские вечера, довоенные вечера, всегда поражался, что у людей было желание продлить восторг. Казалось бы, исполнена сложнейшая партия или сыграна сложнейшая роль. Казалось бы, отзвучали аплодисменты. Ну что, казалось бы, нужно отдохнуть. Нет, вот это желание продлить вдохновение, которое дало бы иначе бессонную ночь, потому что настоящий актер после сыгранной роли не спит. Вот эта история неизменно происходила в доме Озерова Николая Николаевича, мне много о нем рассказывали. Это замечательная русская традиция. Люди дома, друзья дома. Это традиция, перешедшая в нашу советскую культуру из глубоких недр высочайшей традиции XIX века. В доме, естественно, бывали и спортсмены. Ну, спортсмены стали бывать у нас в доме значительно позже, когда чемпион среди юношей по теннису стал одновременно чемпионом и среди взрослых. Это было начиная с 39-40 годов. А до этого мы были маленькие, нас не пускали, укладывали рано спать. Но разве заснешь, когда читает стихи Василий Иванович Качалов, когда Иван Михайлович Москвин смешные рассказы, отец Неждановой под аккомпанемент Голованова пели дуэты, а мы подглядывали из соседней комнаты с братом. Когда отца не стало, я решил сохранить эту семейную традицию.
Мне очень приятно, что сегодня ко мне пришли мои друзья. Все, без исключения, кто любит спорт, кто знает спорт, кто занимается физкультурой, кто понимает значение физкультуры как средство укрепления здоровья. Ну и, наконец, наши славные чемпионы, сказавшие свое неповторимое слово в мировом спорте. Николай, наши многократные... Николай Николаевич, я думаю, что по части многократные вы с нами можете поспорить. И рассказывая о наших победах, вы всегда остаетесь в тени. А ведь мы все знаем прекрасно, что вы побеждали 45 раз на первенствах Советского Союза. И зимой, и летом, и в одиночном, и в парных, в одиночных и в парных соревнованиях. Поэтому давайте мы договоримся. Есть такое предложение. Сегодня мы будем рассказывать о Николае Николаевиче. Хорошо. Согласна. Согласна? Ну что ж, говорить о Николае Николаевиче, тогда надо начинать с тенниса. Теннис я начал играть, когда мне было 9 лет. Есть такая станция по Ярославской железной дороге Загорянская, 28 километров от Москвы. Там были 3 теннисных корта, мы жили на даче, и вот... 9-летний мальчик пропадал целые дни на этих кортах, сидел на судейской вышке, подавал мячи взрослым. Затем, когда взрослые отдыхали, просил дядя, дай поиграть ракеточку. Дяди давали. Я играл в теннис. Взрослые поглядывали на мальчика, чтобы он, не дай бог, ракетку не увел. Ну, а затем и стали с ним играть. Взрослые получали удовольствие от игры с этим мальчиком, который гонял их то свечку, то укороченный. И вот, когда мне было 12 лет, местный любитель тенниса Сергей Сергеевич Павлов привез меня в Москву на стадион юных пионеров. Это был 35-й год, мне уже было 12 лет. И показал меня нашему известному тренеру в Москве, дяде Коле Филиппову.
как я играю. Собственно, дядя Коля посмотрел на меня, сказал, сделай два удара в теннис об стенку. Я сделал два удара, он сказал, сейчас будешь играть первенство Москвы. А мне только приехать домой, в Загорянку, сказать, что я маме, что я допущен до первенства Москвы и так далее. Но нет, пришлось играть. Вышел против меня мальчик с папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой, с двумя ракетками, с полотенцами. Выиграл я свой первый матч 6-3, 6-3. Был счастлив, готов был мчаться домой, но меня заставили играть второй матч. Я тоже его выиграл. И вот в 35-м году, 12-летним мальчиком, я впервые стал чемпионом Москвы среди мальчиков. Ну, а потом были и победы, и поражения, всякое бывало. Николай Николаевич, скураженный сказанным всем воспоминаниями, можно мне немножко раскрасить вашу биографию? Пожалуйста. Дело заключается в том, товарищи, что я до некоторой степени тоже теннисист. А в то время, о котором я говорю, центр теннисного спорта был на ЦСКА. Был замечательный теннисный корт, который собирал всю элиту московскую теннисную. И не из-за вас я туда ходил. У меня были другие соображения. Не из-за тенниса. Но между тем, тем не менее, вас я помню постольку, поскольку Коше, Андрей Коше, который приезжал, сделал в ваш адрес какое-то замечание, которое мне запомнилось. Что из этого толстяка толк получится. Мне хочется тоже про теннис сказать. Ага. Я играю в теннис 35 лет. Да. И после каждой игры у меня какое-то замечательное состояние, и физическое, и моральное. И вот я написал стихотворение о теннисе, и сейчас вам его прочитаю. В каком году, Николай? Написали. Вчера. Смотрю, знакомые все лица, считаю за большую честь перед спортсменами столицы стихи о теннисе прочесть. Здесь наш и Озеров известный. Он многократный чемпион. И комментатор он чудесный. Он в теннис с юности влюблен. Я у него играть учился. Ходил с ракетками на корт. Большой мне теннис полюбился, ведь это самый лучший спорт. Ему все возрасты покорны. Теперь ребята с малых лет идут с ракетами на корты. Спешит и седовласый дед. Наш теннис быстро процветает. И видим мы из года в год, он интерес приобретает, и массовость его растет. У нас площадок очень мало, и мы даем такой наказ, чтобы их в два раза больше стало. Но это просьба, не приказ. Иметь задачу боевую, наш теннис выше поднимать, чтобы корону мировую сумели мы завоевать. Хочу сказать, что раз уж мы заговорили о теннисе, и вы столько добрых слов говорите про меня, я должен все-таки сказать, что у меня-то были соперники, что называется, настоящие соперники, которым я и проигрывал, и ночи не спал перед матчами с ними. Один Негребецкий, чего стоит, Эдуард Эдуардович, этот атлет, этот гигант. Или Борис Ильич Новиков, это эпоха в нашем теннисе. Попробуйте выйти к сетке, когда ты идешь к сетке на Новикова защищающего, ты не знаешь, куда он бьет, а бьет он в линию и обводит так, что ты неподготовленной комбинации у тебя не получается. Или Семен Павлович Белецгейн, который бил всегда с отскока, удар с воздуха до сих пор,
чемпионы нашей страны теперешние, они не могут так научиться бить, как он бил, поучиться есть чему. Или мой бессменный партнер Сденок Зигмунд, бессменный чемпион в парных разрядах, кстати, хоккеист, так сказать, родоначальник канадского хоккея, играл против ЛТЦ, против чехословацкой команды, прекрасный теннисист был, игрок, ну просто великолепно. Нам, может быть, не повезло, мы не играли международные матчи, тогда были, так сказать, в моде товарищеские тренировочные игры, а потом какая-то проверка сил, и, может быть, мы не можем похвастаться теми международными встречами. Но, конечно, сейчас теннис стал и быстрее, и техничный, и он и в массе, так сказать, подтянулся. Но кое в чем, может быть, мое поколение 30-40-х годов и поспорило с теперешними чемпионами. Ну и в борьбе за мяч, и, если хотите, может быть, в каких-то тактических действиях, в разнообразии. А так, словом, я, так сказать, вот сейчас как-то вы меня взволновали всеми этими теннисными разговорами. Я думаю, что теннис был не такой уж плохой. Николай Николаевич, да. Нельзя не вспомнить ленинградцев, таких виртуозов теннисного мяча, как Евгений Кудрявцев. Вы помните эту фигуру? Вы помните фигуру Мультино и всю плеяду тех времен? Это были выдающиеся представители современного тенниса. Николай Николаевич коротко сказал об этом, что они в некоторых, я бы сказал, в ударах, как они называются, бэкхенд, фортинг. Старое название, драйв. Старое название, смеш и прочие вещи. Они умели это делать с великим мастерством, я бы сказал. Арчи Умдивани. Я почему вспоминаю эти фамилии? А юбки Макси, у нас их замечательно, у Софочки, как ее фамилия? Мальцева. Мальцева, первый, да. Первая победительница спартакиады 28-го года. А у нее Васильевна Тепляковой, которая первая вышла в укороченной юбке и вызвала сенсацию, можно сказать, моды современной. У космонавтов есть несколько видов спорта, которые присутствуют все время. Это, конечно, и футбол, баскетбол, легкая атлетика. Но вот сейчас очень прочно вошел в наш обиход, в число необходимых таких видов спорта, теннис, большой теннис. Для этого есть условия, а главное – желание. У нас нет чемпионов Советского Союза, но свои чемпионы есть. Это практически больше половины отряда космонавтов практически постоянно играет в теннис. Ну, это вот и Иванченков Саша, Валерий Рюмин, Кубасов, Стрекалов, Савиных, это Юра Малышев, это из первых наших космонавтов Горбатко, Хрунов. Они очень хорошо в свое время играли в теннис, да и сейчас тоже продолжают. Вот. Среди наших вот, товарищей уже два президента, председателя Федерации тенниса. Это был Борис Волынов, а вот сейчас его сменил Игорь Волк. Ну, Игорь у нас очень разносторонний, спортивный. Его отличает, как и многих из наших, этакая спортивная злость. По-доброму спортивная злость. Это модный волк. Когда? Я первый раз в жизни взял ракетку в 45 лет. Это было, мы были на гастролях в Алма-Ате, я впервые в жизни тогда взял ракетку. Но влюбился в этот вид спорта сразу. Влюбился, он мне понравился и всем, так сказать. Все, о чем вы говорили, я целиком к этому присоединяюсь. Я помню такой один момент. Это было, значит, если в 45 я взял ракетку, значит, примерно в 50 мы с тобой снимались в картине «Ход белой королевы». И я тебя привез, если ты помнишь,
на наши корты ленфильмовские на Каменном острове в Ленинграде. И мне так хотелось, я ведь знал все, так сказать, великое прошлое тенниста Озерова. И мне так хотелось, ну, скрестить с ним шпаги, ну, проиграть с разгромным счетом. Ну, так, но потом, чтобы я мог сказать, что я играл с Николаем Озеровым. И вот я пришел, он мне сказал, ну, встань к стеночке вначале. Я встал к стеночке, значит, взял ракетку, пару раз ударил, значит, по мячу, там все. Он говорит, ну что ж, все правильно, говорит. Я говорю, ну, Коля, сыграем? Нет, пора на съемку, пора на съемку. Так он от меня и улезал. То ли он испугался, то ли мне не повезло, одним словом, мне так и удалось. Поединок не состоялся. Поединок не состоялся. Но если говорить серьезно, действительно, это удивительный совершенно вид спорта. Удивительный. И я, так сказать, нисколько не удивляюсь, что вот и космонавты наши друзья так увлекаются этим видом спорта. И я играл, вот, кстати, был замечательный совершенно в этом смысле пример. Это Олег Константинович Антонов. Генеральный конструктор нашей авиационной техники, с которым я познакомился тоже, так сказать, на ниве тенниса. Это был фанатик. Вообще, я должен сказать, что все люди, которые играют в теннис, они становятся фанатиками. Они ищут себе подобных в любой компании. Вот если кто-то соберется сразу, а кто теннисист, значит, как-то вот теннисисты объединяются, сразу начинаются какие-то разговоры. Олег Константинович, который до последних лет своих сохранял удивительную совершенно форму, он всегда был подтянутый, стройный, поджарый. Он организовал в своем этом самом авиаторе общество, где были лучшие корты Советского Союза. Как это много значит? Как это много значит для развития тенниса, для развития вида спорта в данном случае? Мы сейчас говорим, может быть, и не только о теннисе, понимаешь? У нас сейчас чрезвычайно утверждается и процветают вечера Союза искусства и труда. Вот мне думается, что мы сегодня, благодаря Николаю Николаевичу, присутствуем на своеобразной премьере, которую можно назвать Союзом искусства и спорта. Но поскольку люди искусства и люди спорта, возможно, одни из самых трудолюбивых людей, ибо все здесь присутствующие труженики, вложившие в свою профессию огромный труд, я считаю, что сегодняшний наш вечер можно назвать не только вечером у Николая Николаевича, но союзом искусства, спорта и труда. Поскольку сейчас чрезвычайно модны и необходимы жизненно критические соображения, я бы хотел сказать, здесь я вижу людей, которые очень любят теннис и играют в теннис. Я знаю, что Андрей Александрович Гончаров играет в теннис, да все присутствующие тут. Вот я бы хотел сказать, что когда я вспоминаю довоенный теннис, ну, например, до войны на кортах ЦДК, если я ошибаюсь, то Николай Николаевич меня поправит, было 30 кортов. Сейчас их нет. Я вспоминаю, что в 52-м году, после Олимпийских игр, перед западной трибуной стадиона «Динамо» играли в теннис. И 15 тысяч людей этот спорт наблюдали, его пропагандировали, его утверждали. Вы написали замечательные стихи, но одна строчка немножко с перехлёстом. Потому что, например, самые интересные игры сегодня проходят в Ташкенте, в Юрмала и, значит, еще в Донецке. А большой спорт, вот тот спорт, который рождает примеры, заставляет в него влюбляться, он все-таки остается за пределами Москвы. Теннисисты, которые работают уже, так сказать, в профессиональном искусстве, не забывают теннис в своих работах. И вот есть прекрасный дуэт наших замечательных артистов балета Екатерины Максимовой и Владимира Васильева, народных артистов Советского Союза, которые специально сделали такой номер. Он у них так и называется «Теннис». И они с эстрады, со сцены и пропагандируют большой теннис, демонстрируя все технические приемы, какими должен обладать теннисист.
Москве улица, которая носит имя Наташи Кочуевской. Все старые москвичи, конечно, знают эту улицу, но, наверное, не все знают о том, что в 1941 году она организовала концертные фронтовые бригады. И вот было организовано несколько таких бригад из студентов старших курсов. И вот среди этих бригад, которых и нас тоже поддержала в этом Наташа Кочуевская, мы совсем ничего не умевшие, совсем, в общем, ничего не понимавшие еще в таинствах искусства, театра, мы уговорили сделать пятую бригаду. И вот эта пятая бригада из первокурсников, она, в общем-то, явилась очень большим этапом в нашей жизни. И вот каждый год, 45 лет уже, 5 декабря, а 5 декабря 41 года мы дали первый концерт перед самым началом наступления под Москвой во Внуково у десантников. Мы тогда выступали. И 5 декабря каждый год мы собираемся здесь, в доме Николая Николаевича Озерова. Так уж такая святая, замечательная традиция. И вместе с нами всегда, так сказать, приходят ребята наши, которые стали актерами, там, актрисами, скажут, приезжают из других городов. Нина Черевых, например, наша актриса, которая проработала всю жизнь в Новомосковске, в небольшом театре. Нонна Мейер из театра Станиславского. Ну и бывают наши народные артисты Советского Союза. Вот сидящий рядом со мной Андрей Александрович Гончаров и Анатолий Дмитриевич Папанов, которые тоже были связаны с этим временем. Это, наверное, было самое замечательное, несмотря на то, что это было самое трудное время. Действительно, вернувшись из госпиталя, вот мне посчастливилось встретиться с этими новобранцами в Государственном институте театрального искусства. Самого театрального института в Москве не было, он был в Саратове. А в холодном, замерзшем ГИТИСе компания этих ребят организовала фронтовые бригады. Меня они, значит, чтили как друга пятой бригады. Голодные, холодные, но играют, репетируют, а затем бегут днем еще на стадион для того, чтобы болеть. Но как мы болели и как мы любили в те годы, как дорого было все коллективное. Вот сейчас много говорят о студийности. Сейчас так много говорят о единстве, о единомыслии. Вот это единомыслие посетило нас в те годы целиком и полностью. И когда я думаю об идеальной студии единомышленников, то я вспоминаю Николая Николаевича Озерова с компанией ребят, которые еще ничего не умеют, но так хотят и так любят, как, может быть, потом нам в течение жизни этого и не пришлось сделать и увидеть. Да, спасибо, Андрей Александрович, вы замечательно сказали. И помните, мы же еще все время еще веселились чего-то. Смеялись, капустники устраивали. Да. Помните, Анатолий? Да. Ну, вообще-то я не знаю, где наш дом был, потому что мы в институте торчали и с утра до ночи. Даже ночью некоторым не было места, куда приткнуться. Просто ночевали, просили разрешения. Ночевали там на притулке где-нибудь в зале или в прихожей, там был такой диванчик. Ну, действительно, мое знакомство с ГИТИСом началось действительно со спорта. Когда я первый раз пришел, это было в 42-м году, я подумал, что я, наверное, не туда попал, какой же это театральный институт. Гоняли в мяч. Причем мячик такой маленький, арабский. Такой, но это был какой-то, значит, удивительный
талисман. И вот, значит, среди этой команды, с одной стороны, и с другой стороны тоже солидный человек, тот, очевидно, либо режиссер, либо тоже уже человек, который не призывался в армию, тому было лет, наверное, 55, а с другой стороны стоял Николай Николаевич Озеров, был заводилой или центром, значит, нападения. Но команда больше походила на хоккейную, потому что время было военное, значит, люди были с костылями, кто с костылем, кто в гипсе, кто, значит, больше походило на доспехи хоккеистов, значит, вот, такие они вроде все загипсованные. Я посмотрел на эту игру, там простоял минут 5, потом тоже подключился, меня поставили в ворота, поскольку я был тоже с костылем. Значит, ну, это были не хоккейные ворота, я повторяю, это были футбольные ворота. И Николай Николаевич забил первый мяч в мои ворота, я пропустил гол и был очень ошеломлен этим обстоятельством. После этого я очень подружился и очень полюбил эту нашу пятую бригаду. Мы репетировали ночью, помните, Андрей Александрович? Репетировали днем. Днем мы занимались, очень, очень голодали. Но это не мешало нам играть в футбол. Правда, у меня нагрузки были поменьше. И тем не менее, если мне скажешь, самый ваш счастливый день или счастливые годы, счастливая пора, я скажу, что это все-таки вот те годы, когда мы так удивительно дружили, так понимали, так помогали друг другу. Мы неоднократно бывали в доме у Николая Николаевича. Я помню его папу. Он был у нас на экзамене. Экзамен как раз был по вокалу. Он спросил, а что ты будешь петь? Я говорю, арию Баренкая из оперы, из опереты «Цыганский барон». Что вы говорите? Какой же у вас был? Я говорю, не знаю. Он говорит, по-моему, у вас драматический тенор. Я говорю, не может быть. И он не ошибся. Но действительно, он был на экзамене и очень отметил наших двух студентов. После этого я, значит, вышел. И очень. Он говорит, что же вы к нам редко заходите? А я был у Николая Николаевича, значит, раза два. После этого мы приходили чаще, и всегда мы получали какой-то удивительный здесь прием со стороны мам. Этот дом открыт для всех. Вот здесь сидят великолепные товарищи, люди, которые наверняка бывали здесь не один раз. И, конечно, Николай Николаевич приобщил нас к спорту. Я до войны играл немного в футбол. Была такая команда «Каучик» там в Лужниках. Но к большому спорту он научил нас понимать спорт. Потому что мы увидели замечательных мастеров, и Старостиных, и Яшиных, и Симонянов, вот здесь присутствующих, и Третьяк. Это все удивительные, конечно, откровения в спорте, конечно, граничащие, ну, с величайшим, с высочайшим искусством. Нельзя, все-таки Лава, великолепнейший футболист, я его помню, я его видел. И мы, конечно, без спорта жить не можем. Андрей Александрович, сколько вы выпусков? Выпусков 40 сделали, да? Но разделите на 4. На 5. Но во всяком случае, все эти люди, которые, значит, вот так непосредственно были объединены какой-то общей задачей, мы после этого ходили в госпитали, сами раненые, сами лечились, еще перевязывались, ходили в госпитали с программами, читали Чехова, Горького, читали Шекспира, пели песни, кто как мог. Кстати, Николай Николаевич очень хорошо пел. Великолепно пел. Ты сегодня не будешь петь какой-то? Вот должен сказать, что он еще... Вот, значит, футболист и Симонян знает, как Коля играл в футбол. Я был на одном матче, где он забил. Причем его... Он несколько раз играл за дубль «Спартака». Все это прекрасно знают. Я был на одном матче, где Коля забил 5 голов. Был такой случай? 7. Все это какая вещь. Причем он был корректен. Он был, понимаете ли, он был как денди. И когда мы приходили в институт, у нас был замечательный педагог Иванов по движению. Он говорит, так, где у вас осколок-то сидит? Вот так вот. А, здесь. Значит, рука у вас, а нога так. Значит, вам такие упражнения. Вот так, но только не сильно, как больно, остановитесь. И вот до сих пор я этими упражнениями пользуюсь. Прошло 44 года. И они мне помогают. Сейчас уже не всегда. Мы друг у друга учились, мы как-то не считались зазорным, и сейчас мы многому учимся. Анатолий Бич уже говорил о том, что читали Чехова, читали со сцены там Пушкина, читали Симонова, любили песню, любили оперетту. Ах, мой друг
ты весь наш брак, эта трюха мне жена, не жена, хоть смела и нежна. И за ней должен я целый день безотрадно бродить, как тень. Принимают нас так радушно и завидуют все кругом. Но мне от любви так ужасно скучно, и я шепчу тайком. Любовь такая, глупость большая, влюбленных всех лишает разума любовь. Все это знают и понимают, но все равно влюбляться будут многим так. Ах, мой друг, вы отбились от рук, будь я ваша жена, не была б я нежна. Дать урок вам сумела бы я, как должны трепетать мужья. Я совсем не ягнёнок кроткий, и свой нрав не хочу скрывать, чтобы вы опечалены такой находкой мне не могли сказать. Любовь такая, глупость большая, влюблённых всех лишает разума любовь. Все это знают и понимают, но все равно влюбляться будут вновь и вновь. Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось лишь для тебя, сердце пылало. Oh!
вели. Эй, друг любезный, дорог нам каждый миг. Эй, друг любезный, пусть печальчится так, но не ее время тратить. Жаль. 1945 год. Художественный театр в это время наполнен звездами советского русского театра. В 1943 году, за два года до окончания войны, наше правительство по предложению Владимира Ивановича Немировича Данченко открывает школу художественного театра. Только представить себе, 1943 год, война в Советском Союзе, в Москве открывается новый театральный институт. В этом есть что-то большое и уже победное. Но выпускников еще нет, нужно учиться 4 года. А в художественном театре, как всегда, забота о пополнении, забота о молодежи. И вот в 1945 году в театр приглашается из ГИТИСа 4 студента. Две девочки и два мальчика. Даже фамилии их сейчас с удовольствием называю. Женщины – это Черемухина из Эгоржда, да, Николай Николаевич? Мужчины – это Туманов или Турманидзе и Николай Николаевич Озеров. Они принимаются в труппу художественного театра. Проходит напряженный момент вводов, работы. И вот Николай Николаевич уже дебютирует на сцене прославленного театра в спектакле «Пиквикский клуб», знаменитый спектакль, в роли Боба Аллена. Так, Николай Николаевич? И пошла работа в театре творческая, настоящая, среди таких больших мастеров, под руководством таких больших режиссеров. Николай Николаевич плодотворно работает и сыграл за время, которое он работал в театре, свыше 20 ролей. Это и роли в «Школе злословия», и в спектаклях театра «Офицер флота», «Ломоносов», не мучись. «Синяя птица». Я не мучаюсь, я просто вспоминаю, о чем сказать дальше. Очень интересно. В театре у нас появляется очень часто. И в программах театра, в спектакле, например, «Синяя птица», его фамилия против роли «Хлеб» не вычеркивается. Народный артист РСФСР Н.Н. Озеров стоит в программке. Десятки ролей сыграл заслуженный мастер спорта Николай Озеров
на прославленной сцене Московского художественного театра. Добрый вечер, мистер Эллер. Добрый вечер, мой юный потребитель опиума. Ах, мистер Эллер, я сейчас видел во сне, как я делал предложение предмету моей страсти. Окаянный пузырь, если ты осмелишься хоть еще один раз бросить взгляд на мою будущую жену, ты уснешь без всяких снов. Навеки, понял? Понял, мистер Эллер. Я возьму свой сон обратно. Мир. Мир! Зачем я проснулся? Сцена из спектакля Московского художественного театра «Пиквикский клуб». В нашем театре вообще должен сказать, что если заглянуть вглубь истории, то можно вспомнить артистов-спортсменов, настоящих. Вот, например, был такой в театре артист, ведущий артист художественного театра Всеволод Вербицкий. Это была одна из первых ракеток Москвы. Теннисист, замечательный мастер своего дела. Мой учитель Виктор Яковлевич Станицын, он в свое время был чемпионом Советского Союза по академической гребле. Он на восьмерке, они стали чемпионами. Сегодня обычный спектакль. И наш рассказ о людях, любящих спорт, мы начнем с актеров, занятых в этой пьесе. Вот народ республики Анатолий Петрович Кторов. Он играл Сэма Уэллера. А в роли Джо, ленивого толстого слуги, Николай Озеров. Значит, товарищи, играть завтра будем так. Костя, Градополов. Иду! Иди сюда. Анатолий Петрович, Чебуков будет играть? Нет. Защиту поставим Покровского. 11-метровый бьешь ты. А если штрафное? А штрафной будем бить так. Штрафной буду бить я. Во время удара ты делаешь рывок. Я передаю Коле. Понятно? Понятно. Пожалуйста, запомните этот разговор. Сейчас для актеров игра продолжается, но не на сцене, а на футбольном поле. Вы увидите дружескую встречу Московского художественного академического театра имени Горького и редакции газеты «Советский спорт». Для работников искусств пресса противник всегда серьезный. К тому же ворота журналистов защищает знаменитый Алексей Хомич, ныне спортивный фотокорреспондент. Капитан мхатовцев Кторов и капитан редакционной команды Фролов разыгрывают ворота. Посмотрите. Эта игра привлекла внимание такого тонкого ценителя футбола, как Николай Дементьев. В прошлом году МХАТов Царинство театров столицы. Трудно узнать в этом ретивом футболисте недавнего ленивого и неповоротливого слугу Джо. Озеров передает мяч Крадополову. Подача к Торову. Эх, промахнулся. Сильный удар Озерова. Гол. Первый гол. Та неприятная обязанность вратаря доставать из сетки мяч. Жается. Мяч снова у Озерова. Как известно, он спортивный радиокомментатор. Может быть, частые футбольные репортажи помогают ему хорошо проводить игру. Вот и штрафной. Вспомните разговор после спектакля. Гол! Все произошло, как и было задумано. Гол забил Николай Озеров. Это разносторонний спортсмен, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион, правда, не по футболу, а по теннису. А его сегодняшнего партнера вы, конечно, сейчас же узнаете. Да, это Игорь Владимирович Ильинский. Он с юношеских лет увлекается многими видами спорта. Самый любимый – теннис. Не очень-то уверенно чувствуешь себя, когда играешь с чемпионом. Нет, такой.
рукой мне не взяться. Но какой же спортсмен сдается? Николай Николаевич, мы хотим воспользоваться встречей с вами и просим вас, расскажите, пожалуйста, о наших спортсменах. У каждого из нас есть свой любимый писатель, поэт, композитор, художник, архитектор, артист, спортсмен. Я хочу вам рассказать про своего самого любимого спортсмена. Может быть, некоторые из вас помнят, после футбольного чемпионата мира 62 года некоторые специалисты написали в газетах, что Яшин пропустил два мяча с 35 метров, хотя эти метры, как правило, на глазок устанавливают комментаторы, и никто из них с рулеткой на поле не выходит. Словом, сделали из Яшина виновника поражения в Чили. И когда наша сборная вернулась на родину, к сожалению, на аэродром пришла группа хулиганов бить Яшина, виновника поражения на чемпионате мира. Эти горе-болельщики забыли, что с именем Яшина связаны самые прекрасные, самые замечательные страницы нашей футбольной истории. Мельбурн, 56-й год, золотые олимпийские медали. Париж, Пар-де-Пранс, год 60-й, выигрыш первого Кубка Европы. Да и на каждом чемпионате мира Яшин играл прекрасно, завоевывая себе всемирную славу, завоевывая огромный авторитет советскому футболу. Яшин пережил тяжелые времена. Он поверил в то, что он стар, что он должен расстаться с футболом, что играть он больше не может. На квартире его дома, на лифте писались оскорбительные слова. Когда он появлялся на улице, ему свистели. Он стал приходить на стадион, когда уже матч начался, и уходил за 10-15 минут до конца игры, только чтобы не слышать обидных, горьких, несправедливых слов и свиста. И молодец тренер «Динамо» того периода Александр Семенович Пономарев, который бережно сохранил нашему спорту человека, которому суждено было стать лучшим вратарем мира. Он упускал его в Ташкенте на 45 минут, в Алмате на 20. Говорил: Лёва все еще образуется, будет и слава, и успех. И вот когда в 63-м году в Москве в матче на Кубок Европы встретились сборные Италии и сборные Советского Союза, Яшина в воротах не было. А когда предстоял ответный матч в Риме, собралась Федерация футбола, и перед тренером сборной был поставлен вопрос: если Яшин нужен ему для ответного матча в Риме, пусть готовится, если нет, ну что ж, пусть летит тогда в Лондон играть за сборную мира. Такое приглашение он получил. И тренер сказал, что Яшин ему не нужен. И Яшин отправился в Лондон играть за сборную мира не как лучший вратарь Советского Союза, а так заканчивать свою спортивную карьеру. Все-таки ведь приятно советский человек в воротах сборной мира. Но спорт-то тем и прекрасен, что за неудачами бывают взлеты, за поражениями победы. Яшин в этот день на стадионе Уэмбли играл прекрасно, и весь мир увидел, что в Советском Союзе живет и играет лучший вратарь мира. Я говорю весь мир, потому что в этот день впервые телевидение демонстрировало этот матч века между сборной Англии и сборной мира в честь столетия английского футбола на все страны земного шара. И вот когда наша команда приехала в Италию, перед тренерами встал вопрос, кого же ставить? Не поставишь Яшина, народ не поймет. Как же так, лучший вратарь мира, играл в Лондоне прекрасно, не пропустил ни одного мяча, и вдруг не он, а кто-то другой. И за час до матча Яшину сказали, что он будет защищать спортивную честь нашей страны. Я не буду вам говорить, как проходил этот матч, он закончился в ничью. Яшин спас нашу команду от разгрома. И даже дело не в том, что он взял 11-метровый, потому что это не столько заслуга вратаря, сколько оплошность нападающего. Но очень интересно, как сами ребята рассказывали, как Яшин выиграл психологический дуэль у лучшего мастера по выполнению 11-метровых ударов, каким являлся в то время центральный нападающий сборной Италии Мацолла. Когда судья назначил 11-метровый в наши ворота, капитан ему сказал:
ты бьешь 11-метровый. И он сказал, я. У него на лице был ужас. Он представил себе, что сейчас будет бить лучшему вратарю мира, которому в Лондоне били-били, не забили. Здесь они ему бьют полтора тайма. Он берет все, отбивает рукой, ногой и даже головой. И тогда капитан второй раз ему сказал, ты будешь бить 11-метровый. Мацола вышел к мячу, как приговоренный, пробил плохо, Яшин взял. Когда матч закончился и страсти улеглись, вечером на приеме мы подошли к Мацоле и спросили его, как же так случилось, что же вы не забили 11-метровый. Мацола улыбнулся и сказал, а что я могу сделать, Яшин просто лучше меня играет в футбол. Тренер сборной Италии Фабри ответил так, хотел бы я посмотреть на вашего тренера, скольких бы он мячей не досчитался, если в воротах стоял не Яшин, а кто-нибудь другой. Когда я вошел в комнату, где был Яшин, Лёва плакал. Может быть, от большого волнения, большого нервного потрясения, потому что игра шла в одни только Яшинские ворота. Но в этот день мир во второй раз увидел, что в Советском Союзе живет и играет лучший вратарь современности. Я много странствовал и беру на себя смелость утверждать, что, наверное, в мире мало таких футболистов, которые могли и имеют такую баснословную, феерическую популярность, какую имеет Лев Яшин. Всюду, где он появляется, только и слышно. Ясин, 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 сплошные автографы. Когда мы приехали в Испанию, матери поднимали своих детей к окну автобуса, чтобы они посмотрели на великого русского голкипера. Когда в раздевалку нашей команды вошел легендарный испанский вратарь Замора, Яшин бросился к нему навстречу, стал говорить различного рода комплименты, что он мечтал играть как Замора, что он засыпал своим именем на устах. Замора слушал, ему переводили, потом он улыбнулся, взял Яшина за руку и сказал, нет, Ясин, вы неверно говорите, я никогда не играл так, как вы. Вы лучший в мире. Яшин расстался с футболом. Но хочется верить, что преемники Яшина наконец скажут свое веское слово. Мы верим, что футболисты сборной Советского Союза все-таки будут сильнейшими в мире. Все-таки, Лев Иванович, когда мы станем чемпионами? Я думаю, что такой счастливый день настанет. Я в это верю. И знаю, что наш советский футбол к этому все-таки придет. Сейчас, кстати, очень хорошее поколение молодых футболистов появилось. Да, очень хорошее поколение. Это говорят результаты, которые у нас сегодня есть в нашем футболе. Нашей клубной команды «Динамо Киев». Команда «Спартак». Возрождается московская «Динамо». Возрождается московская команда «Динамо». Видите, как много хороших, талантливых клубов и ребят. Сборная наша команда опять выступает неплохо. Я хочу вмешаться в ваш разговор. Я помню, был один вечер. Был в киноконцертном зале «Варшава» перед традиционный наш вечер перед хоккейным турниром «Известия». И тогда на сцене состоялась своеобразная дуэль. Вышел Саткилава и был Яшин. Ну, любители спорта, вы знаете, что Саткилава играл в футбол со всеми именитостями футбольными прошлого, но полюбил вокал, стал заниматься, стал певцом. Но свой последний матч он провел против Яшина. Вот я хотел бы, чтобы вы вспомнили этот разговор, а Лев Иванович меня дополнит. Лев Иванович, вы знаете, для меня, например, никогда вот, не изгладится из памяти тот день, в 1959 году, когда московская «Динамо» играла в Тбилиси с тбилисскими «Динамовцами». Я был молодой, и вы знаете, я когда вышел на поле, я страшно волновался. Потом я посмотрел на вас, легендарная личность. Я посмотрел в ворота, и они мне показались такими маленькими. А вы стояли такой высокий, красивый, стройный. И когда раскрыли руки, эти, знаете, лапища такие, природой данные вам, я думаю, где же там должен мяч пройти? Мимо этого человека невозможно пробить. И я не забуду ту ситуацию, эту обстановку на тбилисском «Динамо», когда первый мяч вам все-таки Заур Калоев забил, и мы повели 1-0. Я тогда играл правого защитника и играл против Шаповаленко. И вдруг с правой стороны, уже со стороны московского «Динамо», играл и Урин, Валерий Урин, а
Его ассистировал великолепно Юрий Кузнецов. Тогда, помните, это три защитника сзади, и такие были дыры, не то что сейчас-то целая команда стоит сзади. И вдруг он кидал между мной и Чохели, Гиви Чохели, замечательным футболистом, мяч, и уровень со скоростью феноменальный. Он, по-моему, со спринтерской скоростью бежал и забил нам два мяча, а потом мы этот матч проиграли 3-1. Несмотря на поражение, в моей памяти не изгладится вот этот момент, тот день, тот футбольный матч. Если у меня что-нибудь сокровенное в жизни есть, и святое что-то есть, как воспоминание в моей жизни, это то, что я один раз был против вас и видел вас вместе с вами, будучи на поле. Вот то, что говорил Николай Николаевич о Льве Ивановиче, мне хотелось продолжить. Ну, потому что мне, во-первых, посчастливилось играть со Львом ни один год и ни одну игру, ни один матч за сборную команду Советского Союза. Ну и действительно поражало и по сей день поражает та огромная популярность, которой пользуется Лев Иванович и у нас в стране, и за рубежом. Ну и если говорить, так сказать, оценивать, ну, отношение, что ли, ко Льву Ивановичу, кто его больше любит, кто его больше друг. Я могу с определенностью, полной определенностью сказать, что я, пожалуй, так сказать, все-таки лучше к нему относился, чем другие его друзья-соперники. Ну вот посудите сами, Николай Николаевич, значит, против Льва Ивановича я сыграл много матчей, а забил всего один мяч. И то, в общем-то, Лёва для коллекции, чтобы я забил самому Льву Ивановичу. Можно один вопрос задать Льву Ивановичу? Где сложнее стоять в воротах, в футболе или в хоккее? Понимаете, какое дело? Дело в том, что вообще в спорте везде сложно. И в воротах тем более. Вот, наверное, Владислав знает, что и в хоккейных воротах стоять это очень ответственно, что и в футбольных больших воротах тоже сложно. В общем, вратарская судьба, она непростая. Где же все-таки сложнее? Николай Николаевич, я знаю, что вы в свое время играли в воротах. Расскажите, пожалуйста, как это случилось? И в воротах? В воротах, Николай Николаевич, да? Нет, дело в том, что я вам расскажу эпизод. Однажды руководство тенниса привело меня к председателю общества «Спартак». Задача была такая, чтобы председатель «Спартака» запретил мне играть в футбол. Мало ли что случится, сломают много чемпионов по теннису, мало ли футбол, такая игра. А председатель был Николай Петрович Старостин. Он так посмотрел на меня, говорит, а кого ж ты, говорит, играешь? Я говорю, центр форварда инсайта. А Зигмунд, мой товарищ, хоккеист известный, теннисист, он говорит, Николай Петрович, он, говорит, в техническом отношении лучше многих наших мастеров играет. Тогда Николай Петрович так задумался, говорит, а что начать играть в футбол с именем, куда, говорит, проще, чем его завоевать. Чувствую, что ситуация меняется, я говорю, Николай Петрович, я говорю, ну что же делается, нет бутс, понимаете, нога большая, 46-й размер, он говорит, это ничего, и пишет письмо, записку директору обувной фабрики. Так я попал к Андрею Петровичу Старостину, который мне сшил шикарные белые бутсы. Я прямо стал играть за дублирующий состав, но в нападении. Действительно много забивал. Ну вот однажды случилось так, что в Тарасовке матч дублеров «Динамо» и «Спартака». За «Динамо» играет тренер Якушин. Играет Кочетов, Семичастный, Станкевич, Наумцев, Ильин, Дементьев, Савдунин, Пискарев, Принц. Ну, состав просто шикарнейший. А у нас только играл Виктор Семенов, центрального защитника, Сема Холодков и Морозов Николай в нападении, остальное молодежь. Ну, если бы я в воротах серьезно стоял, наверное, много мне забили. А так я все время комиковал, говорю, засеките там, сколько я буду сухим вратарем. Первый удар по воротам мне сделал Станкевич метров с 50, я взял. Но бросаться я не умел. Я даже вот, когда в воду прыгаю солдатиком, хоть с 10 метров, а вот так головой не могу. А вот здесь, понимаете, первый тайм 0-0. Во втором тайме угловой подают, Семенов кричит, не трогай. Я опустил руки, и Принц прыгнул, забили гол. Ну, думаю, началось. Нет, Семенов забил штрафной, 1-1, ничья.
Утром раздается звонок. Николай Николаевич, говорит корреспондент «Вечерней Москвы» Яблоновской. Сегодня статья выходит «Чемпион в воротах». Вы вчера играли за дубль «Спартака» вратарем. Я говорю, да, мне бы с вами на стадион проехать и сфотографировать. Я говорю, ну, пожалуйста, давайте на стадион тут вынести физкультер и что-нибудь сделаем. Приезжаем туда, я позвал Ивана Новикова, наш теннисист, хоккеист знаменитый. Он мне бил по воротам, Яблоновский что-то там сделал с фотоаппаратом. Говорит, пожалуйста, прошу бросочек. Я говорю, я не могу. Он говорит, извините, вы, говорит, вчера играли за дубль «Спартака». Я говорю, я прошу бросочки, я говорю, не умею. Как же вы, говорит, вчера играли за дубль? Я говорю, вот так. Короче, он меня уложил на живот, руки протянули, мяч у меня здесь лежал, Новиков через меня прыгал, снимки вышли потрясающие, и вышли календари «Московской правды», как вы... выпускается «Озеро в воротах», прыгает через него Новиков. Так что знаем, играли. А вратарем я стоял 6 матчей за дубль. В этом году у меня своеобразный юбилей. Хотя и некоторые не любят слово «болельщики». Я исполнилось мне 50 лет, как я болею за футбол. Первое первенство, 36-й год, «Динамо», я еще тогда, в общем-то, 15-летний парнишка, ну, я уже болел твердо и крепко за «Динамо». И вот 50 лет я болею за эту команду. Я в течение всего сегодняшнего вечера очень мало слышал таких добрых слов об этой команде. Все, «Спартак», «Спартак», все сидят, разговаривают, все. Я вспоминаю себя в детстве, у нас был большой двор, 3 дома было. И все, значит, болели. Все ребята, взрослые, все болели за «Спартак». Во дворе 2 болели за «Динамо». Я и дворник, дядя Илюша. У него сын был милиционер. Он болел за «Динамо». Был еще один майор, он болел за ЦДК. Ну, его что-то не брали, его вообще, его, так сказать, не признавали, но он всегда нам мстил всем. Вот мы слушаем, значит, у тарелки стоим, приемник, самая трансляцию, Синявский, идет матч, там «Динамо» играет или «Спартак» играет. Так майор сына нам подсылал, как забивают «Спартаку» или «Динамо». Открывается дверь, двигает маленький парень, говорит, отец мой психовал страшно. Отец кричал, вон! Там «Спартак» проигрывает, а вот так нас доводили. И вот после войны уже я вернулся с фронта. У меня тоже, конечно, было потрясающе. Я не был дома 7 лет, а когда я приехал домой, отца не было дома. Отец был на матче, играл в «Спартак» и «Динамо». Это был 46-й год. И я прямо оттуда побежал на «Динамо», и там с отцом мы встретились. А он знал, отец, что я приеду, потому что я позвонил с вокзала. А мать говорит, отец уехал на футбол. Отец был спартаковец, такой ярый, болел за «Спартак». Ну, в 49-м году я подружился с Леней Куксо. Это тогда еще молодой парень, сейчас он драматург, сейчас он пишет песни, пьесы, для цирка много пишет. А тогда был молодой парень, работал в цирке, был учеником у Карандаша, мы с ним подружились. Он был ярый болельщик «Спартака», и все свои свободное время проводил в Тарасовке. У него все футболисты были друзья. Ну, для отца это был просто подарок. Знаете, он, который, так сказать, там все знает. Мы с ним дружили, с Леней, так сказать, это меня не остановило. То есть я болел за «Динамо», а он за «Спартак», неважно. Но отец не чаял только разговоры. А он приезжал, жонглировал. Ну, Никита Симоняна, этот там самый. Игорь мне говорит, что он один гол забьет завтра, обязательно. Это про Нет. Он все. И он правда, это не то, что было бахвальство. А его там любили, он был очень веселый парень. И что интересно, вот тогда началась его, так сказать, деятельность. Он в Тарасовке проводил время, и там была танцверанда. И на танцверанде играл джаз. И футболисты играли, значит, танцевали вечером после тренировок. Такой был вечер отдыха, все. И он придумал песню, написал, значит, ну как, придумал.
и мотив, и слова, и назвал ее «Тарасовка», посвященная вот этому самому делу. И он, когда спел первый раз эту песню, значит, отцу моему, отец замер. Леня, каждый раз будешь приходить к нам, будешь эту песню мне петь. Там он был потрясен. Вот. И когда, значит, я сегодня пришел сюда, Николай Николаевич, Коля, мне говорит, ты будешь петь по Тарасовку. Я говорю, я петь не буду, у меня не взял гитару. Он мне дал свою гитару. Это чужая гитара, я спою песню. Я помню слова, хотя эта песня, в общем-то, о Спартаке. Ну, так сказать, я ее. Ужасная гитара. $14. И у меня дома хорошая гитара. У меня дома прекрасная гитара. Она стоит $15 про одну. А это зачем? И вот себе представьте, каждый вечер эта песня, Леня приходил к микрофону и пел эту песню, это была последняя песня, там играл джаз, причем джаз состоял из каких-то любителей, такой сборный был, правда, из него вышло много людей, музыкантов, вот Юрий Саульский, композитор, там играл. Вот из джаз. Москвы приезжали, да? На танцы приезжали. Приезжали из Москвы, да-да-да. И приезжали к футболистам. Ну, значит, перенесемся, перенесемся, значит, на... Почти 40 лет тому назад. Больше. Стрелка бежит, часовая, свой завершая круг. Сонно луна нам сияет, спать уж пора, мой друг. Звездные в небе гирлянды с нами кружились в такт, но надо прощаться с верандой, спит стадион «Спартак». В этот полуночный час все в Тарасовке молчит, только тихо играет джаз, и прощальная песня звучит. Вот над лесною чащей поздняя вышла звезда, гости разъедутся наши в электропоездах, и за зеленой листвою поезда луч промелькнет. Мы расстаемся с тобою, ночь над землей плывет. В этот полуночный час все в Тарасовке молчит, только тихо играет джаз, и прощальная песня звучит. В среду мы все ожидаем, знаем, игра нелегка, но футболистам желаем два получить очка. Если победы добиться, дело поправится так, что первым турнирной таблицы снова пойдет «Спартак». В этот полуночный час все в Тарасовке молчит, только тихо играет джаз, и прощальная песня звучит. И сказал ему, что я буду петь тайную песню, может быть. Он сказал, ты посвяти ее, пожалуйста, замечательному спортсмену Андрею Петровичу Старостину. Эту песню мы посвящаем ему, замечательному спортсмену, с которым связана вся наша жизнь спортивная. И которому исполнилось совсем недавно 80 лет. Андрей Петрович, поздравляем. А вы, Бригитта, петите. Уважаемый
уважаемый товарищ мужчин, но почему заведено, как только собрались, собираетесь вы, обязательно разговор о футболе, о теннисе? Но ведь есть же еще другие проблемы. Ведь правда, Николай Николаевич? Конечно. Сколько мы сейчас говорим о массовой физической культуре и спорте? Ведь прекрасно вот сейчас рассказывали о теннисе, о футболе. И самое будет лучшее, когда во всех дворах, во всех парках, во всех скверах мы услышим звонкие голоса юных футболистов, юных теннисистов. Чтобы везде кипела спортивная жизнь. Правильно? Правильно. А у нас есть страстный пропагандист культуры физической Валерий Леонтьев, который с эстрады, своим искусством, своим, так сказать, творчеством пропагандирует бег, пропагандирует спортивную ходьбу. Валер, как так случилось? Почему вы решили именно взяться вот за такое, я бы сказал, наше дело уже, так сказать, людей, работников спортивного движения, что ли? И почему вы сделали такие номера? Ну, вы знаете, Николай Николаевич, мне кажется, что это соединение искусства и спорта, а именно вокруг этой темы ведется сегодня разговор, оно мне представляется с одной точки зрения удивительным. Искусство и спорт, как они уживаются, как они совмещаются в одном человеке, будь то артист или спортсмен. А с другой стороны, это соединение мне кажется совершенно естественным. Потому что если исследовать хрестоматийному изречению, в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и тело, то только таким образом, соединяя в себе любовь к искусству и увлечение спортом, можно добиться вот этой самой гармонии, о которой говорил нам классик. Действительно, искусство и спорт имеют огромное количество точек соприкосновения. Благодаря именно этим точкам соприкосновения мы сегодня здесь у вас в гостях имеем такие замечательные имена, такую плеяду прекрасных спортсменов, артистов. И я только часто задаю себе вопрос, и думаю, что не один я ищу ответ на этот вопрос. Допустим, в спорте существует планка, существует секундомер, существует взятый вес, существует количество очков. Как в искусстве найти эту планку? Где эта планка, где эта мера, где эти очки, где голы, где секунды? Я думаю, что здесь вопрос обстоит несколько сложнее, что в искусстве планку каждый устанавливает себе сам, а зритель со своей точки зрения судит, взята эта планка, взят вес, правильно ли пройдена дистанция. И я думаю, что в наши дни артисту, а тем более, я думаю, эстрадному артисту, потому что сегодня зрители приходят на стадионы, зрители приходят во дворцы спорта, спортивные сооружения стали местом проведения концертов. То есть естественным образом происходит проникновение спорта в искусство и наоборот. Зритель приходит на стадион, зритель приходит во дворец спорта, и попробуй не быть спортсменом, в конце концов, даже хотя бы с той точки зрения, что люди заплатили деньги, и в какой-нибудь точке стадиона он не сидел, он имеет полное право посмотреть на артиста поближе. Даже если отталкиваться от этих соображений, я обязан, отпев свою программу, сделать круг второй по дорожке стадиона, чтобы они все поближе посмотрели. Ну, а если говорить серьезно, я, конечно, испытываю величайшую симпатию к спортсменам, к спортивным достижениям. Горько сожалею о том, что сам не имею таковых. Очень рад, что нахожусь сегодня в этой замечательной компании и у вас в гостях. И еще один момент. Когда я работаю или в крытом олимпийском стадионе на проспекте Мира, или во дворце спорта в Лужниках, пою, и когда я вижу вас или в первом ряду, или на специальном месте комментатора, я знаю, что у меня сегодня все пройдет хорошо, потому что вы своим присутствием артиста и спортсмена явно подогреваете, вселяете силы, надежды и уверенности. Спасибо вам за это. Ну, я так понимаю, что вы с удовольствием сейчас исполнили в нам свой номер, но здесь вам негде развернуться. Но телевидение может все. Пожалуйста. Гиподинамия. Гиподинамия. Что это такое? Что это такое? Я от вас не скрою, я от вас не скрою, нет. Это минимум движения. Минимум движения. Всех надежд крушение. Всех надежд крушение. Это сокращение наших сокращений. Нет. Последний шанс. Вперед и знай.
гипогинамия. Что это за птица? Что это за птица? Это поясница, это поясница, бой. Гипогинамия. Тут ты посмеешься. Если разогнешься. Если разогнешься. То не разогнешься, то не разогнешься. Ой! Последний шанс судьба тебе дает. А ну смелей вперед. И зной, и дождь, и снег. Последний шанс тебе дает судьба. Да здравствует ходьба и ежедневный бег. Просыпайся рано, хочешь скорей с дивана, от телеэкрана, от телеэкрана, прочь! Последний шанс судьба тебе дает, а мозг смелей вперед, и зной, и дождь, и снег. Мне очень понравилась мысль Леонтьева относительно того, что в нашем деле как-то трудно определить, что является высотой, риской. Там. Это хорошая мысль, в общем-то. Но мне кажется, что в нашем деле, ну, помимо, так сказать, высоты, риски, там, расстояния, нужно искать и другие вот эти вот заменители. И мне кажется, что они кроются в каких-то психологических вещах, в каких-то вещах философских, нравственных. И вот к какой мысли я пришел? Вот мы, когда мы встречаемся со спортсменами, мы всегда считаемся шефами, правда? Как бы какая-то шефская работа вроде, там, поехать куда-то, увеселять, поднять настроение. И никто сегодня не говорил о том, что в равной степени спортсмены являются и нашими шефами. Вот эту мысль никто не высказал. А я по себе это очень хорошо знаю. Я очень горжусь, я вам честно говорю, что я очень долго дружен с Андреем Петровичем Старостиным, с Колей, с Никитой, с Фёмом Ивановичем. Мы меньше, так сказать, знакомы. Но горжусь почему? Потому что вот когда, например, на душе тошно, когда что-то не удается в жизни, а в нашей профессии, ведь, наверное, ни в какой другой профессии нет таких перепадов, что ли, успеха с провалами, понимаете, там, или с неудачами, или удачами и так далее. И мне чрезвычайно вот даю, я без всякого кокетства это говорю. И причем я это говорю не в первый раз, только в другой форме. Что мне чрезвычайно помогает, когда ты теряешься в чем-то в нашем деле, мне чрезвычайно помогает память и знакомство вот с теми людьми, которых я назвал. С Николаем Николаевичем, Андреевичем, с Николаем Петровичем, с Никитой и так далее. Потому что их человеческая форма, их горделивое, вот мне самое больше нравится в этих людях, горделивое отношение к тому, что они делают. Это чрезвычайно важно. А это отношение к труду всегда подразумевает волю. Всегда волю, какую-то самоотдачу предельную. И мне вот это знакомство, мне даже трогает мою где-то совесть гражданскую, где-то совесть и творческую. Мне это чрезвычайно помогает. Поэтому я лично считаю себя подшефным, когда я с вами встречаюсь. Не шефом, а подшефным. Знакомство с такими людьми, о которых я говорил, с нашими спортсменами замечательными, заставляет и нас, актеров, заниматься спортом. Мы, например, вот с Невинным в течение последних 15 лет соревнуемся в смысле похудения. Побеждаю и я. И у нас выработался рецепт. Я могу поделиться, кстати говоря.
что эти всякие, эти сам, как назвать, диеты, там, кефир на ночь, там, это все это ерунда, это унизительно. Почему я должен на ночь не есть, например, что это такое вообще? Где это написано? Я понимаю, когда предлагают там сухое вино с сыром, но это же ничего так, там, более-менее уважительно. А мы выработали с ним, там есть, чтобы сохранить гордость человеческую, есть все, что ты хочешь, в любом количестве, в любое время дня и ночи. Это мы с ним изобрели, но при одном условии, на 20 копеек в день. Ну, мне это удается, ему нет. Потом я еще одну басню вспомнил, это к спорту имеет отношение. Вы знаете, рыбалка это тоже спорт, да? Да, спорт. Но когда начинают говорить анекдоты про рыбалку, то уже что-то всерьез же нельзя говорить. Так что, там вот я расскажу, как один поймал лосося, на 72 килограмма поймал лосося, а второй говорит, что там 72 килограмма лосося? Я поймал канделябр бронзовый. На 4 свечи. И все горели. Тот говорит, ну хорошо, если я сброшу 40 килограмм с лосося, у тебя свечи погаснут или нет? Но после этого же правду рассказывать трудно. Но тем не менее, это было под Москвой. Это было под Москвой в 9 часов утра. У меня клюнул окунечек маленький. В час дня судачок. Я подошел к товарищу и вдруг увидел, что он бледный. Вот трясется буквально. Мокрый весь. Я говорю, что с тобой, Лось? Он говорит, нет. Что такое? Ты знаешь... Только мы сели, я постучал себе вот так по голове почему-то, и вдруг оттуда сказали, войдите. И я его спрашиваю, и ты вошел? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? А черт его знает, кто бы меня там встретил. Жизнь в театре, в кино. Как вам помогает спорт в вашей вот этой трудной, такой насыщенной работе? Ну, наверное, каждый ответил бы по-своему на этот вопрос, потому что я практически не знаю артиста, который бы не сказал, чтобы он «я не люблю спорт». Такого нет артиста. Все начинают говорить, что спорт помогает нам сохранять форму, сохранять, так сказать, те необходимые кондиции, которые нужны актеру. Я на это смотрю несколько иначе. Иначе потому, что я просто, вероятно, с самого малолетства, с измальства, я не представляю свою жизнь без спорта. У нас был замечательный учитель физкультуры, кстати, Дмитрий Иванович Царев, которого я помню и запомню на всю жизнь, который привил нам всем любовь к физической культуре, к спорту. Но поскольку мы сегодня в гостях у Николая Николаевича, мне хотелось бы напомнить ему одну картину, в которой мы вместе снимались, которая называлась «Ход белой королевы», где я играл тренера нашей сборной лыжной команды, а Николай Николаевич играл спортивного комментатора, друга моего. И, кстати сказать, в этой картине мы не только встретились с ним, так сказать, на лыжной стезе, но и на ковровском, на борцовском ковре. Нам удалось там даже побороться, так что, видите, и такой вид спорта мы с ним. Но я до сих пор не знаю, кто же все-таки победил. Это и я не знаю, я уже не помню, это было давно. Наташа! Нигде не могу вас найти. Два слова перед стартом. Очень нужно. Очень. Я еще не знаю, буду ли я участвовать в эстафетной гонке. У нас ведь 6 претенденток. Ну, тому, что я попала в сборную страны, и всем-всем я обязана своему тренеру. Лично мне он дал вторую жизнь. Точно сказано, вторая жизнь. Особенно, если иметь в виду пургу в Зимогорске. Перестань, я не могу слышать эту байку. Подожди, подожди. Так это ты. Я? Это ты! Это ты! А шарф, а метка? Какой шарф? Пожалуйста. Какая метка? Пожалуйста. С-чу. Грамотный С-чу. Не Чудинов, а Карычев. Шарф-то в Швейцарии подарили.
латинскими буквами местного шевали. А ты получается, не Чединов, а Парычев. Подожди, Саша, это он вас спас. Дайте его. Сдаюсь. Сдаешься. Белый год скрывал. Мне вот еще вспомнился сейчас замечательный, я помню такой случай, когда удивительный наш, легендарный, в общем, Вадим Синявский комментировал однажды соревнование по плаванию. Он был так захвачен, так увлечен этим соревнованием на водных дорожках, что со своим микрофоном, значит, он туда пытался поближе, и в это время его толпа, а в то время, надо сказать, это было другое время, тогда все передачи шли в эфир сразу, их не записывали заранее, они шли прямо в эфир. Поэтому, значит, Вадим Синявский, который прямо вещал на весь Советский Союз, был толпой болельщиков опрокинут в бассейн. Да, это был точный случай. Он упал, но он, вот каково, значит, величайшее чувство профессионализма. Он не бросил свой микрофон, и он, плывя в воде, значит, в своем костюме, значит, вместе с этими самыми пловцами, он продолжал вести репортаж. Вот это удивительно. Вот это удивительное качество. Николай Николаевич. Вот наш в Ленинграде у нас есть такой Виктор Садовский, режиссер, который, ну, в общем, посвятился свое творчество спортивной теме и снимает спортивные картины. Я за это его глубоко уважаю. Действительно, человек снимает то, что он знает, то, что он любит, то, что он хочет. Вот в подобной ситуации вам приходилось принимать участие? В бассейне. Вот он бассейне. И вставил этот эпизод в художественный фильм «Все решает мгновение». Вот посмотрите, что из этого получилось. Зорька, прекрасно, прекрасно! Прошу несколько слов сразу после финиша. Мамочка, ты меня слышишь? Мамочка, я самая счастливая. Зорька, еще несколько слов. Николай Николаевич, руку. Давайте. Ой. Ну, поздравляю. Это интервью я запомню на всю жизнь. Дорогие друзья, Кирилл Юрьевич Лавров должен бежать на стрелу. Мы благодарим его за то, что он помнит старых друзей и старую дружбу, за то, что он приехал из Ленинграда. Ну, вы сами прекрасно знаете, жизнь актерская, она сложна. Сегодня в Ленинграде, завтра в Москве, надо ехать домой, работа и так далее. Спасибо, приветствуем, благодарим и ценим. Спасибо, родной. Спасибо, спасибо, Коленька, спасибо за приглашение. Спасибо. Я очень горд тем, что ты меня пригласил на такое прекрасное сообщество, в котором я увидел так много замечательных людей, спорта, любящих спорт и просто близких мне людей. Спасибо. Это прекрасно. Кирилл, спасибо. Кирилл, ну, а мы продолжаем. Кирилл, привет, привет. Передам. Не, конечно, сейчас тоже кое-какие актеры есть, но не то ли дело Коля, ой, озеро. Какой артист. Ой, как он играл. Ой, как он играл в теннис. 45 раз чемпионом страны был. Вот это артист. Ведь рядом же некого поставить. Но он не то, что Домби. Он
любой Уимблдон бы мог выиграть, а? Да ты знаешь, как из-за него все театры дрались, грызлись, собачились. И какие театры, о, и малые, и даже большой, ой, большой, большой. Большой хотел, чтобы он был в малом, а малый мечтал, чтобы он был в большом кукольном. Такая из-за него война была. Ой, прям цельное сражение. А он в это время огородными, огородными, огородными. И в комментаторскую кабину весь мир объездил. Здравствуйте. Молодец, что приехал. Спасибо. В МГУ на Ленинских горах проходил большой вечер праздничный, который, на котором герои, значит, герои Олимпийских игр 68 года встречались с профессорским и с профессорско-преподавательским составом, со студентами Московского университета. И должен был этот вечер вести Озеров. Значит, я не знаю, куда в этот момент он улетел, значит, то ли в Донецк, да, то ли в Монтевидео. Значит, но так получилось, что Озерова в этот вечер не было. Огромный был вечер, концерт, было много спортсменов, было много актеров. Я приехал, я еще был студентом училища. Ну, у нас, так сказать, когда такие смешанные эстрадные концерты, актеры все очень, так сказать, друг к другу хорошо относятся, все пропускают, пожалуйста, вы вперед, нет, вы вперед. Так что я оказался, по-моему, 68-м. Значит, тем более, что меня никто и не знал, и ходил там какой-то человек. Короче говоря, а у меня только-только в репертуаре появился, значит, появилась пародия на репортаж. Я вышел, просто умирал от страха совершенно. У меня руки были холодные, спина была мокрая. Я какими ватными ногами добрел, значит, до микрофона, остановился, и вот все. И дальше уже меня нельзя было сдвинуть ни влево, ни вправо. Я только открыл рот и закричал: «Внимание, говорит и показывает Стокгольм! Для того, чтобы завоевать звание чемпионов мира, сборной Советского Союза нужна была только победа. Только победа шведов над чехами, и наши спортсмены ее добились». Дальше все было как-то хорошо, выступление прошло удачно. Смешно сказать, Николай Николаевич обидится. Потом, значит, один человек подошел, говорит: «И хорошо, что он не приехал». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Тогда нельзя было пародию делать». Вот, но надо сказать, что человек ошибся, потому что единственный человек, который, я бы сказал, с пониманием, с юмором, с самоиронией относится к пародии на самого себя, это, так сказать, наш многоуважаемый хозяин дома. Николай Николаевич, какой самый памятный репортаж в вашей биографии? Ну, приятно было вести репортажи о победах советских спортсменов. Что там говорить, ты сам прекрасно знаешь. Но, наверное, все-таки самая первая золотая медаль советского спорта, связанная с Ниной Пономаревой, наша первая золотая медаль, это и есть мой самый дорогой, самый любимый, самый-самый репортаж. Ну, наверное, Нина лучше меня расскажет. Да, это было, правда, давно. Я уже, наверное, древняя, как те Олимпийские игры. Вот, к счастью, это медаль, можно посмотреть, которая, да, была первой, пожалуйста. Можно вынуть? Можно. Да. Дело в том, что первым репортажем у нас был определенный дебют. Николай Николаевич вел первый репортаж с Олимпийских игр, а я стала впервые олимпийской чемпионкой в 1952 году. И вот после нашей триумфальной победы, когда мы все втроем, Лиза Багрянцева, Нина Думбадзе, заняли весь пьедестал, и когда прозвучал гимн нашей Родины в честь нашей победы, я слышу, как
русский голос мне кричит, а ведь наших болельщиков тогда не было, кричит: «Нина, Москва на проводе, Нина, Москва на проводе». Я смотрю, это за забором Николай Николаевич. Я ему говорю: «Хорошо, Коля, я переоденусь, я же в тренировочном костюме, смотрю, какой там переоденусь». Николай Николаевич прыгает, значит, через забор, хватает меня за руку, а здесь, конечно, корреспонденты хотели получить, значит, интервью. Болельщики, значит, со своими автографами просят у меня. Ну, Николай Николаевич меня, значит, увлекает в подземелье, потому что там все выходы на стадион были по тоннелям. И пока я, значит, дала интервью на Московское радио, это как раз был день физкультурника, и потом, так сказать, прошла другие комментаторские кабины корреспондентов других стран, то, в принципе, уже была ночь, и я практически уже ничего не видела, когда вышла. Но на следующий день газеты написали следующее. Когда, значит, прошла такая триумфальная церемония награждения советских метательниц, хотя это было неожиданностью для всех, то многие корреспонденты и любители, поклонники спорта хотели получить, значит, интервью и автографы. То вот мужчина в черном почему-то, хотя он не был в черном, увлек ее в неизвестном направлении. Говорят, что Пономарева, значит, год назад вышла замуж, и что если это ее муж-ревнивец увел от почитателей ее таланта, то мы ей прощаем. Так что, видите, у нас попал была такая олимпийская свадьба состоялась, коронованная на Олимпийском стадионе. Вы остались для нас той же Ниной Пономаревой, красивой, стройной, молодой. И в легенде, наверное, всегда будете так. Спасибо. Мне бы очень хотелось для вас спеть что-нибудь. Вот, что бы вы хотели, чтобы я для вас спел? Спасибо. Ну, вы знаете, что вам хочется для меня исполнить? Я тогда вам спою неаполитанскую песню о любви. Я очень буду рада. Спасибо большое. Да, пожалуйста. О, примавера, libera gioconda, примавера, che ridi sulla terra, i termi schiudi, canti ogni sera, d'amore, gioia all'anima minonda. O, primavera, cantano i virgolti, le noci ardenti, le lettere sole. Dammi i tuoi raggi, dammi le viole, di non far vita l'animo sussulti. Sotto la neve, l'aridito le cure, gemeve afflito in un'eterna sera. Oh, primavera, fonde il tuo bacio e le gel. Oh, primavera, dammi l'amore. Oh, primavera, libera e gioconda, primavera che ridi sulla terra, i cervi schiudi, canti con il sera, d'amore, gioia e l'anima minonda. Oh, primavera, canta nei virgolti, le noci ardenti della etere sole. Dammi i tuoi raggi, dammi le viole, oh, primavera, dammi. Ваш партнер Пономарев. Вы слышите замечательную лирическую мелодию, сочиненную Ильей Сац
для спектакля «Синяя птица». Это спектакль нашего детства. Это спектакль мы смотрим в школьные годы для того, чтобы потом на всю свою жизнь оставить мечту о «Синей птице». Я думаю, что я скажу общую мысль, если стремление к «Синей птице» и найти ее, и овладеть ею, есть стремление к мировому рекорду, есть стремление к сыгранной роли, есть стремление к подвигу в космосе, есть стремление забить гол, есть стремление хорошо поставить спектакль или взять пенальти. Но чудо «Синей птицы» заключается в том, как мне кажется, Николай Николаевич, что каждый раз, когда она достигнута, она не достается, она опять улетает и дает каждому из нас новую перспективу поиска. Причем птица всегда летит вверх. Чтобы поймать ее, нужно обязательно самому подниматься от ступени к ступени, все выше и выше к небу. Здесь сидят люди, которые неоднократно держали в руках синюю птицу. И она опять ускользала от них, как тема будущего поиска, будущего полета. У Гёте в «Фаусте» есть такие слова. Нам всем знаком порыв рожденный куда-то вверх, туда, в зенит, когда из синевы бездонной песнь жаворонка зазвенит. Или когда вверху над бором парит орел, или вдали осенним розовым простором как лед утянут журавли. Это тоже мечта синей птицы. Я хочу всем здесь присутствующим, моим друзьям по театру, моим друзьям по спорту, пожелать неутомимо стремиться к овладению синей птицы, что так замечательно, Коля, дорогой Николай Николаевич, ты делаешь всю свою жизнь. Thank you.